Встречи жителей города с депутатами Курской областной думы стали привычными для железногорцев. Со своими проблемами, просьбами и предложениями горожане регулярно обращаются к депутатам. В этот раз на прием к Андрею Варичеву пришли несколько директоров городских учебных заведений. Шестой школе необходима материальная помощь в приобретении стульев для школьного актового зала. Ответ – положительная поддержка будет оказана. Завершить ремонт актового зала без дополнительной финансовой помощи не удается и школе номер 3. Директор школы Евгений Зайцев отметил, что ни разу не получил отказа, обращаясь к депутатам-работникам компании «Металлоинвест». Оказывается, очень большая помощь лично от Андрея Владимировича Варичев. Благодаря лично его инициативе и Сергея Ивановича, вот наша школа получила в этом году очень хорошую многофункциональную спортивную площадку. Была осенью запущена, и она круглый год используется нашими детьми. И не только нашими, там со всех микрорайонов приходят дети поиграть. И вот сейчас даже зимой она работает у нас до позднего вечера. Очень хорошее освещение, площадка очень хорошая. И в целом Михайловский ГУК оказывает очень большую помощь благодаря нашим депутатам. Сегодня в учебном процессе постоянно происходят перемены. Внедряются инновационные программы, новые образовательные стандарты. Быть на уровне современных требований образовательной сфере Железногорска многие годы помогает мощный ресурс компании «Металлоинвест». На протяжении многих лет компания поддерживает школы города, оказывая помощь в благоустройстве классов и территории, приобретении компьютерной техники и укреплении материальной базы. Для городского центра молодежи ключевые задачи – патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни. Верные союзники центра в достижении этих целей – «Металлоинвест» и Михайловский ГОК. Я пришла прежде всего выразить надежду на то, что Михайловский ГОК и в дальнейшем будет с нами сотрудничать вот по проведению мероприятий, по воспитанию молодежи, прививанию им здорового образа жизни. Это очень-очень важно. И вот та материальная поддержка, которую оказывает нам Михайловский ГОК, конечно, для нас очень играет значительную роль в организации больших городских молодежных мероприятий. Работа с избирателями – важное направление депутатской деятельности. Обратился ли человек со своими заботами или помощь требуется бюджетной организации? Принцип работы Андрея Варичева – доскональное изучение каждой проблемы и индивидуальный подход. Важно, что ни одно из обращений, поступивших лично депутату или в его приемную, не остается без ответа.